Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов вместе с жителями Звенигорода проверил ход строительства школы в микрорайоне Восточный. Она рассчитана на 1100 учеников. Рабочие обустраивают подпорные стены, армируют плиты перекрытия третьего блока и бетонируют вертикальные конструкции четвертого. Кладут внутренние и наружные стены пятого блока, а также разводят инженерные сети. Задача для подрядчика – построить школу к 1 сентября 2024 года.